Привет, любимый! Я наконец-то установила камеру. Такого экзотического штатива, как сейчас, у меня не было еще никогда. Я использую природные материалы, пенечки, веточки. Потому что не всегда есть возможность взять с собой штатив. И вот этот он просто эксклюзивный. Вы даже знаете, хочу его сейчас сфотографировать, чтобы потом монтировать в это видео. Это очень хорошая идея. Чтобы вы просто увидели, насколько сливается с природой сейчас моя камера. Позади бегают козы, кругом красота. Мы знакомым для всех. Так, улыбаемся. Знакомым для всех местечки. Мы здесь уже с вами снимали. Это источник, который не так давно для себя открыла. Кусочек деревни с козами, утями, курами, коровками, как выяснилось. Вообще спонтанный выпуск. Снимать особо некогда. А учить стихотворение тоже некогда, потому что помимо послушания, ну, в общем-то, все узнали, что у меня есть автомобиль, и моих добрых дел стало больше. На самом деле, я этому очень рада, просто меньше времени для того, чтобы снимать. Вот, я то с водой езжу, то кого-то куда-то везу, то кого-то куда-то отвожу. В общем, хорошо, когда у тебя есть машина. Сегодняшний выпуск, он очень спонтанно, не собиралась вообще сегодня снимать, потому что и времени у меня особо сейчас на это, скажем прямо, нет. Не смотрю в камеру, потому что смотрю по сторонам, простите меня бога ради, потому что там коза, там кто-то полетел, меня так всегда все это отвлекает, мне так все интересно, и на все хочется посмотреть. И вообще, знаете, меня многие ругают за то, что я не смотрю, когда разговариваю с человеком, тет-а-тет, я не смотрю ему в глаза, мне говорят, почему ты не смотришь мне в глаза? Не все, редко, но в основном вот психологи, есть у меня один друг психолог, и он говорит, это не очень хороший знак. Вот, я сейчас сижу с камерой, я смотрю сама по сторонам и вспоминаю, как он мне это говорил. Кто из вас делает так же, напишите, пожалуйста. Меня постоянно, на самом деле, даже совесть как-то мучает, ну, по этому поводу. Я думаю, уж правда вот что-то не так. Ну, может, надо прям в глаза смотреть. Я когда людям в глаза смотрю, я погружаюсь, наоборот, в человека. Или, допустим, если я буду сейчас смотреть в объектив, я буду погружаться в объектив. И у меня как бы уходят мои мысли из головы. Я не могу сосредоточиться, что ли. Может, умеет это совмещать. У меня это совмещать не получается. Мне обычно я чуть-чуть посмотрела, а потом раз, и как бы все в разные стороны. У меня куда-то там глаза ходят, гуляют. Когда же я соберусь сказать вам, что я хотела-то, господи. Хочешь сказать одно, включаешь камеру и говоришь совершенно другое. Это какая-то мистика для меня. Вот, хотела я вам что вам сказать, что я рада вас всех видеть, что выпуск будет болтательный. Будем заниматься болтологией, потому что мне это лучше всего получается. Шучу, наверное, мне тоже что-то еще получается, но разговаривать мне действительно очень нравится. Мне нравится общение живое, близкое, настоящее, душевное. И мне кажется, это то, чего в наше время тоже очень и очень даже не хватает. Не знаю, вот если взять, допустим, каких-то там людей, которые готовят кушать и все остальное, вот рецептов, мне кажется, точно хватает. Рекламы всякой там хватает. Не знаю, каких-то песен, что-то еще. Но песня рознь, конечно. Но тоже хватает, надеюсь, что вы поймете ход моих мыслей. А вот чего-то настоящего, чего-то душевного, такого искреннего. Я считаю, что наше время иногда очень даже не достает. И я думаю, что я буду стесняться и не разговаривать. Буду разговаривать. Это просит душа. Значит, надо. Вот села я здесь на солнышке в том месте, в котором мы с вами были в прошлом длинном выпуске. Дошла до него и думаю, а вот сейчас придумаю я вот этот супер штатив. Поставлю камеру и буду говорить. А сказать вам хочется вот что. О боже, какой красавчик ко мне приполз. Я сейчас вам его покажу. Он очень блестящий, очень необычный, очень красивый. Да, давай, заходи. Так, это хочу, чтобы вы его увидели. Та-ра-та-та-там. Ну, в общем, он очень классный и блестящий, но я не знаю, как сделать так, чтобы вы увидели весь его шик, блеск и красоту. Вот, такой вот дружок ко мне на ногу приполз. Будет сегодня вместе со мной разговаривать. Вот, села в этом местечке, сделала штатив. И что я вам хотела сказать, что... Вот, я хотела с вами поговорить на тему принятия нами людей, мира, какой-либо ситуации. Вот, в совокупности можем мы ее принимать или нет? Я вот понимаю, что я
точно не могла и, может, даже сейчас до конца все грани чего-либо не всегда у меня как бы укладываются и принимаются. И на эти мысли меня навело несколько моментов, которые сейчас происходят в моей жизни. Вот я выставила ролик недавно, да, который все видели, там женщина в красном. Вышла я на работу, и, значит, мне хозяйка магазинчика звонит и говорит: «Танюша, переодень манекены, одень на них, ну, вот эти платья новые баварские». Вообще эти платья должны быть еще с... Ну, по идее, их носят. Не то, что они должны быть, они упакованы, новые, все так, как есть. А их носят с такими, как рубашками белыми, да, то есть что такое должно быть еще беленькое. Здесь пододето, да, как бы здесь декольте, и такие белые рукава, здесь какие-нибудь рюшечки, и снизу рюшечки, такие сарафаны, вот такие рубахи, да, продаются под них отдельно. У нас их в магазине просто нет. Я одела как бы это платье так. Я не могу сказать, что оно сильно какое-то вульгарное или вызывающее, да. Образ мой на этом видео отличается от того образа, который мы привыкли видеть, особенно в последнее время, да? Вот, соответственно, ну, в связи с тем, где я живу. И вот там были комментарии, я их уже удалила, что это какой-то позор, что это слишком сексуально, что нет ли у вас доставки под кол, и что это, господи, да всякие разные такие намеки на то, что это прям, ну, что-то такое, нечто постыдное и страшное я сотворила. На самом деле я просто решила сделать приятно хозяйке, удивить вас, разбавить то, что сейчас идет в видео, чем-то совершенно в корне другим. Вот, и решила снять такой ролик. Не просто одеть манекен и сделать фото для группы, да, для нашей рабочей, а вот так вот. Вот так вот сделать. Думаю, давно не ходила в платьях, в туфлях. Думаю, класс, сейчас я чего-нибудь такое, как сделаю, клевое. И сделала. И многие люди, ну, мне кажется, не те, кто как бы вообще умеют, как бы в целом, да, меня как бы уже знают, нормально воспринимают. Но кто-то там начинает подкалывать, что типа, ой, да, только в монастыре в этом и ходить. И хочешь сказать, люди, ау, ну, как бы, вот, ну, я же, допустим, я не монахиня, во-первых, я бываю на пляже. Я вообще, бывает, и в купальнике хожу, и бывает, и нагишом хожу вообще, вот, понимаете, и как бы вот заходим в купель купаться, девочки, я вообще раздеваюсь, и вообще, как бы, ну, разные бывают случаи в жизни, и разная одежда. Как-то не так, мне кажется, я все это говорю, как хотела, кратко. Но, в общем, смысл в том, что человек может быть разносторонний, и не факт, что если он одел платье, или он на пляже ходит в купальнике, или он может одеть какой-нибудь топик летом, что он какой-то от этого страшный, ужасный или плохой стал. Вот, и я даже специально, да, намеренно снимаю какие-то такие вещи, для кого-то, может быть, провокационные, да, чтобы вы понимали, как бы, да, и мне нравится быть разносторонней, и у меня нет цели быть какой-то такой вот, я не знаю, супер хороший, правильный, супер верующий, даже не супер верующий, я верующая, я и есть верующая. Я не хочу какой-то идеальный образ создать, у меня нет такой задачи. Я хочу быть такой, какая я есть. И для меня самое главное — это любовь к Богу в сердце, да, и как бы и отношения с Богом. Я не думаю, что Бог от того, что я делала платье и прорекламировала его, сейчас скажет: «О, я-то думал, а ты какая». Вот, и к чему я все это говорю, что мне это тоже раньше очень сильно мешало жить, вот. То есть есть какая-то такая середина, да, есть люди, которые просто там кто-то из зависти пишет, что-то еще от чего-то, кто просто хочет гадость сказать. А есть люди, которые действительно, они увидели какой-то один момент, и все, и у них уже как бы закрылся весь образ человека остальной, они перестают просто вообще его уже видеть. То есть их внутренняя какая-то непроработка и неприятие чего-либо, все, она все остальное перекрывает. Я хочу вам сейчас сказать об одном фильме, который я начала смотреть, сериал. Я вообще как бы не хотела его смотреть. Мне 3 года уже его рекомендуют, если не больше. Сериал называется «Молодой папа». Это про папу Римского. Сериал снят по реальным событиям. Сейчас сижу и думаю, тут уже слышно звуки источника. И вот прям такая вода течет, наверное, вам тоже хорошо слышно, да? Надеюсь, что вы уже как бы не перед сном в кровати меня смотрите, иначе вам придется с нее встать с такими звуками. Надо было заранее вас предупредить, что будет такая
фон. Провоцирующие некоторые обстоятельства. Очень классный сериал. И я его даже, когда мне только первый раз его посоветовали, он говорит: «Таня, тебе надо его посмотреть». Я говорю: «Да не люблю сериалы, говорю, что так времени отнимают». А потом думаю, ладно, мне очень прям советовали, рекомендовали. Я думаю, сейчас я посмотрю его. Включила первую серию. Я даже не досмотрела ее половины. Ну, может, до половины досмотрела. И там он такое выходит людям, говорит такую речь. И у меня, понимаете, у меня все. Я такое смотреть не буду. Понимаете, все. И я выключила, и я дальше не стала смотреть. Ну, как бы потом по факту оказалось, что это просто сон ему приснился, понимаете? А я уже внутри, во мне такой бунт начался, что я этого не приемлю. И вот сейчас, как бы, я начала смотреть заново. Поняла, что это сон. Вот, поняла много вещей там, и все равно есть какие-то вещи во мне, которые такие протесты вызывают, но я понимаю, что сериал просто сногсшибательный, в нем столько глубины, в нем такая вера, я вам больше скажу, я столько, я не знаю, это может быть будет слишком круто сказано, но я с папой столько и в себе схожих моментов нахожу, и мне этот фильм помогает разобраться в себе и многие вещи понять. Вот, хотя многие вещи для меня вот действительно до сих пор тяжело воспринимаются, но я не прекращаю этот сериал смотреть, потому что света, глубины, просто уникального общения, которое, мне кажется, мало в каком фильме можно вообще увидеть, там прям вот выше крыши. И там сейчас есть такие моменты, в общем, там 6-й серии, я вам скажу честно, чуть ли не порнография начинается. Вот, ну это какие-то просто моменты, чтобы показать весь ужас происходящего, да, прям вот, ну показываю так сказать, всю правду матку, что там творилось. Я вообще на самом деле впечатлена этим фильмом, потому что, я думаю, итальянцы его сняли, и прям вот, я не знаю, чем он закончится, я вообще только на 9 серии. Но смысл в том, что они просто показывают всю подноготную. Вообще, как бы, я вам забыла сказать, что меня подкрепило вообще мои мысли все-таки сейчас начать, будучи в монастыре, смотреть этот сериал. Я смотрю его еще по ночам, не высыпаюсь, но мне хочется его смотреть. Почему? Потому что мы сидели за одним из собраний, и один батюшка сказал, как бы начал цитаты из этого сериала приводить нам. И мне эти цитаты очень понравились, потому что они настолько сильные. Я думаю, ого, думаю, ну раз как бы здесь батюшка как бы за общим столом говорит про этот сериал, думаю, ну я просто должна его посмотреть, и вот я начала смотреть. Вот. И цитат там, конечно, будь здоров. И вообще, знаете, это же вот идет речь. Вот почему я сказала, что удивлена, что итальянцы его сняли, потому что, вот, батюшка нам, когда говорил эти цитаты, да, все здорово, туда-сюда, потом начали ему вопросы задавать, ну, а в чем же отличие вот православных и католиков? Вот. Чем, так сказать, ну, потому что батюшка сказал, как мы-то как бы поинтереснее, да, те более начитанные, кажутся такие образованные, очень привлекательные, а вот мы-то чем-то все-таки как бы лучше, да, чем мы лучше. И он сказал о том, что действительно есть такой момент, не совсем, может быть, для духовного роста положительный, что они уже практически заменили, ну, Иисуса Христа Папы Римским, то есть настолько много ему внимания уделяется, настолько его боготворят, настолько вот, столько символик с ним, то есть, ну, там он там на чашках, на ложках, там, я не знаю, на тарелках, на открытках, на фотографиях. Это, во-первых, очень крутой бизнес, да, как бы через него делается, потому что, ну, они как бы с политикой тесно связаны, столько там денег зарабатывается на Папе Римском, и его просто, то есть, боготворят, его ждут, его жаждет, когда он там выйдет на балкон, когда он с ними поговорит, когда он проповедь свою скажет. И, как бы, ну, он не должен превышать, как бы, и закрывать собой Иисуса Христа. И вот этот фильм, он как раз прям вот про это, он прям всю правду рассказывает, а что там творится. Я думаю, вот это, да, думаю, прям, ну, вся подноготная католицизма, так интересно. Вот, и... Но у них там очень действительно интересное общение, то есть такое открытое, то есть люди очень, ну, как бы развитые, всю жизнь вот в этой, ну, как бы, ну, духовно развитые, да, много чего что прошли, очень умные, образованные. И вот только они общаются друг с другом, какой у них юмор, сам этот папа, ну... Как он просто показывает, ну, он даже сам не понимает толком, как это делает, но он хочет, чтобы люди верили в Христа
и общались как бы с Богом, да, чтобы они не его ждали, и как бы, или кто-то зарабатывал за счет его лица, да, вот, а чтобы действительно была вера в Бога. И такой сильный фильм, вот, папа там всю дорогу курит, я еще пока не знаю почему, у меня есть догадки почему. И думаю, вот раньше меня бы тоже это смутило бы, сказала бы, ага, это они там, вот, значит, пропагандируют, как бы, табакокурение и все такое, вот, и, наверное, тоже не смогла бы смотреть. А сейчас у меня как-то вот что-то в голове меняется, и я стараюсь видеть суть, глубину, и меньше обращать внимание на те детали, которые, возможно, да, мне неприятны, а может, я потом пойму, зачем это, и вообще, как бы, есть люди, которые имеют дурные привычки, там, даже пускай там курят еще что-то такое, да, но при этом я не могу сказать, что они дальше от Бога, чем кто-то, кто ходит каждое воскресенье на службу, да. Все мы знаем массу таких примеров, таких людей очень много, поэтому, не знаю, хочется поделиться радостью, что я в себе это переборола, и если в ком-то из вас это осталось, что вы сами себя ограничиваете от чего-то хорошего, от того, что не можете просто принять какие-то мелочи, на самом деле это очень сильно мешает по жизни, и мне это мешало также строить отношения с людьми. Здесь такая мысль пришла, думаю, как интересно, да, вот если вообще глубоко-глубоко и широко на эту тему подумать, класс, я раньше об этом не думала, то получается, что тот момент, который я сейчас вспомнила и отнесла его к этому, он со мной произошел, дай бог памяти, года 3 назад, наверное, 3 или 4, вот так вот. У меня был такой инсайт на одном из семинаров, у меня были подобные 2 раза, я, кстати, по-моему, на камеру ни разу об этом не говорила или говорила, я уж не помню. Мне кажется, нет, я оставляла это на историю своей жизни, наверное, не говорила. Вот, когда на одном из семинаров я сидела, и у меня был такой запрос, когда приезжаешь на семинар, если я, может, и говорила, простите, я рассказываю, как первый раз. Вот, ну, возможно, кто-то из вас не слышал. Я приехала на семинар, когда мы приезжаем, все приезжают вот со своими запросами, да, и чего ты хочешь проработать, изменить, от чего избавиться или, наоборот, что приобрести. И у меня был запрос стать любовью. Странный такой запрос может показаться, да, говорю, я хочу быть любовью, да, мыслить из любви, поступать из любви, говорить из любви. Хочу быть любовью. И, по-моему, это был 2-й или 3-й день семинара. Не помню сейчас точно. Я вышла, сижу одна, и начал дуть ветер, и я прям чувствую, как все меняется, меняется пространство, все. Это такое состояние, наверное, похоже на нирвану. Я думаю, сейчас, если кто-то смотрит православный, скажет, ой, живет в монастыре, и такие вещи рассказывает. Вот, но для меня это мой опыт, мой путь жизни, и для меня это все неотделимо. И мне показали, вот, Всевышний, я в это верю, мне показал, что есть в этом мире и чего нет. И это был очень-очень яркий свет, и была только любовь, спокойствие, ни прошлого, ни будущего. Вот, ничего нет, никаких мыслей, никаких забот. Только свет, любовь, и все, и тебе настолько, вот ты просто, ты остаешься, вот знаете, как сейчас некоторые говорят, сознание, или ты наблюдатель, вот ты какое-то чистое сознание, все, и у тебя нет никаких проблем, нет ни плохого, ни хорошего, все просто вот настолько как-то прекрасно, что нельзя выразить словами, и есть только любовь. И потом, когда я в обычное состояние опять пришла после этого всего, и поняла, что на самом деле нет, то есть все вот эти вот чувства, да, кстати, по-моему, уже это говорила, про эти чувства точно говорила, что там любовь, господи, зависть, ревность, там, злость, ну, то есть все негативные чувства, абсолютно любые, они как бы нам, ну, типа, наша проверка, то есть мы живем здесь души, да, светлые, кроме любви по факту реально ничего нет. И вот эти негативные моменты,
это то, что это наши испытания, да, и то есть будем мы их принимать, будем мы реально в них играть и реагировать на них, или мы вспомним, что кроме любви ничего нет, и будем абсолютно счастливы, будем жить как в раю, да, и все как бы зависит, ну, от нас. И эти вот эти негативные штучки, они нам и мешают видеть ту любовь, то прекрасное, то единственное вообще, из чего состоит весь этот мир, потому что, ну, без любви ничего нет. И получается так, что когда мы видим что-то, что нам не нравится, да, что-то от ума, он говорит, о, здесь что-то вот не так. Все, и мы от этого отворачиваемся. А на самом деле это может быть самое прекрасное, мы потом увидели бы и поняли бы, что вообще есть. Ну, не знаю, как это объяснить. Вот и про фильм, и про все, это все касается и людей. Вообще ум с нами играет такую злую шутку порой. Вот я понимаю, что вот ты можешь встретить человека, и прям ты сердцем чувствуешь, ой, какой он классный, какой он хороший. Ты просто уверена 100%, потому что ты видишь его, ты смотришь сквозь сердце. Вот, ну, душой на него смотришь. А потом ум тебе начинает говорить, ой, да у него там это, может, что не так, а может, это у тебя не получится, а может, то вот то, и начинает тебя накручивать. И ты погружаешься вот в эту иллюзию, и погружаешь в иллюзию, ты уже не можешь жить из любви и спокойно. Меня так далеко понесло, друзья, я вообще не то хотела говорить. Так, сколько мы уже записываем? 25 минут, прекрасно. Надо, мне кажется, закругляться. Вот, в общем-то, вкратце хотела сказать, что я сейчас погружена в сериал, и, наверное, мне нужно какое-то время. У меня его сейчас немного, в основном оно вот прям перед сном у меня там есть там час-два, я как бы не высыпаюсь и смотрю вот этот сериал. И вообще какое-то у меня сейчас время такое, я обожаю осень, для меня это время чего-то нового, каких-то переосмыслений, чего-то прекрасного и каких-то преображений, трансформаций. И я понимаю, что сейчас время нужно, чтобы работать над собой, потому что когда долго работаешь на отдачу и постоянно думаешь, а что снять, а что показать, а что сделать, твоя энергия вся направлена как бы на это, и не всегда у тебя есть, но остается ресурс, чтобы работать с собой, да, как бы ты отдаешь, как бы и некогда собой заняться, да, и как бы сейчас такое время, когда мне нужно как бы отдавать чуть меньше, чуть больше работать над собой, потому что потом в итоге я выдам намного больше, чем если бы я этого не делала, если бы этого перерыва, так сказать, не было бы. Вот так. Что вам сейчас сказать? Сегодня прекрасный день. Солнечный, теплый. У меня была первая смена, чему я чрезвычайно рада. Я в обед уже освободилась. Вот. Сейчас надо будет сделать пару выездов на машине. Потом собрание, ужин. Не ужин, собрание. И, в общем-то, и сериал. Вот. И вышла прогуляться, и это настолько здорово вообще почувствовать это тепло. И ты чувствуешь, как вся природа ему тоже радуется. И я так рада, что наша жизнь состоит из взлетов и падений, что есть тепло, есть холод, что есть моменты, когда мы грустим, а есть моменты, когда мы счастливы, потому что именно поэтому мы можем чувствовать счастье. И знаете, вот сейчас несколько дней было таких холодных-холодных, и вся природа как будто уже осень, все, она такая уснула, такая замерла. А сейчас выглянуло солнце, и реально теплый день, я вот там в футболке, в легкой, да, в кофточке. И я вышла, и знаете, вот когда вот зима проходит, и весна ранее начинается, и все птицы начинают петь, не как обычно, как-то потому что летом спокойно, а прям так активно, прям такая жизнь начинается. И вот они сегодня тоже так радуются этому солнцу. Я шла там чуть-чуть поснималась, там покажу всяких букашек.
цветочков, как птички там перышки чистят. Насколько урожайный этот край, в котором я сейчас живу, Сергиев Посад. Тут в садах столько яблонь, столько груш, столько вообще всего, и сливы. Тут я потихонечку хожу, подъедаю, да, где-то даже еще малинка осталась. И такой сегодня красивейший день, такие виды, такое солнышко. Хочется с вами тоже этим всем поделиться. Вот, такой вот спонтанный, незапланированный выпуск у нас получился. Очень-очень мечтаю я когда-нибудь дойти все-таки до своей истории и стихотворений. Простите меня, что этого не делаю. Вот, мне все пишут: Аня, когда же ты расскажешь дальше свою историю? Но для этого, ну, нужно спокойствие, обстановка и определенное состояние, чтобы тебе не нужно было думать: так, сейчас у меня там есть там полчаса, час или там максимум, там, не знаю, там полтора, я должна быстро уложиться. И как бы это все равно тебя уже, ну, выбивает из того состояния, в котором хочется это все говорить. Вот. Вот так вот кормлю вас завтраками, кормлю, да. И кормлю уже сколько? Уж полгода, наверное, да? Простите. Простите, извините. Как есть. Слушайте, знаете, я вот смотрю на свой штатив и прям... Ну, так настроение поднимает. Вот прям даже не думала, что я настолько вот устроюсь. Можно было бы, чтобы меня оттуда прям сфоткал, чтобы вы увидели, как здесь вещаю вам бой. Тоже очень-очень понравилось бы. На этом пора мне с вами прощаться. Обнимаю вас, целую, скучаю. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы пишете всякие приятные вещи, что вы мне что-то приятное постоянно желаете, поддерживаете меня, что вы есть в Телеграме, что мы ежедневно можем там общаться. И вообще спасибо Богу за то, что есть интернет, что мы живем в это прекрасное, несмотря ни на что, время, и можем быть все вместе с полным ощущением, что мы реально вместе, хотя мы друг друга кто-то, да, и не видели. Допустим, ну, я вас не видела. Но мы при этом так дружушки близкие. Я считаю, что это очень и очень прекрасно. Целую вас, обнимаю, и пусть все у вас будет хорошо-хорошо. Пока-пока.